Здравствуйте, дети. Враг разбит! Возвращаемся с трофеями! Ура! Где это вы такое чудо раздобыли? А, за школой с кучей мусора. По-моему, она пошла за директором. Блин, да эти учителя вообще обалдели. Только и знают, что директору жаловаться, да родителей в школу вызывать. Да у них вообще не работа, а лафа. Вот-вот, я ей говорю, что вся работа – это двойки нам ставить, замечания в дневник писать и чай на переменах пить. Ага, с тортиками. А мы, бедные, должны каждый день домашку делать, диктанты да контрольные писать. И дисциплину соблюдать, одни обязанности, никаких прав. Вот бы с ними местами поменяться, я бы им показал, где раки зимуют. О, тут еще кнопка. Цвет настроения синий. Пардон. Хай, чудраны! Вызывали? Любое ваше желание исполню в раз. Чё, только одно? А почему не три? По три желания могли только доисторические джинны, а в 21 веке экология уже не та. Я больше 2 минут вашим воздухом дышать не могу. 1 минута уже прошла. Так что загадывайте быстрее, а то вообще ничего не получите. Поменялось местами с учителями, не хотим мы больше учиться. Вы уверены? Да! Ну окей. Ну что, коллеги, пора. Вообще-то учитель уже в классе и прозвенел звонок. Анна Андреевна, перестаньте заниматься посторонними делами. Софья Павловна, что-то вы меня по имени-отчеству обзываете. Я привыкла, чтобы меня Аней называли. Ну, или Анютой. Анюта, я тут. Я сейчас директора позову. Ой, как испугались. Прям колени от испуга трясутся. Ах так! Быстро все дневники на стол! И завтра без родителей в школу не приходить! Совсем уже обнаглели. Да это кошмарные ученики! Я 3 раза им объясняю, что такое фотосинтез. Сама уже поняла, а они ни в какую. Это что? Я им теорему собираюсь объяснять, а они мне. Мария Петровна, а зачем нам нужна ваша геометрия? Она нам в жизни не пригодится. Пришлось объяснять обратное. Интересно, каким это еще образом? А таким. Сходила в столовую, принесла 1 килограмм колбасы и транспортиром порезала его на 20 равных частей. Ну, козёл, какой баран этого козла сделал? Иван Иванович, что с вами? Какой козёл вас покалечил? Самый натуральный, спортивный. Я 5-му классу говорю, сегодня будет зачет по прыжкам через козла. А они мне заявляют. Иван Иванович, а вы нам сначала покажите, как это делается. Ну и показал. Когда уже эти уроки закончатся? Все записали домашнее задание? Да. Тогда урок закончен. Ух ты, на этом кувшине еще и кнопка какая-то есть. Не нажимай! Я 5-му
пятому классу говорю, сегодня будет зачет по прыжкам на козла. Говорить или не говорить? Я им три раза объясняла, что такое фотосинтез. Я сама уже поняла. Вины. Это выглядит. Время, дыра, это все. Какой баран твой? Ну ты пытаешься нажать. После меня любое ваше желание исполним раз. Давайте раз, два, три. Начали! С нами память сидит.